1 300 000 000 рублей получит Чувашия на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Освоить эти средства республике нужно будет за 2 ближайших года. Деньги выделят по федеральной программе развития образования. Об этих и других вопросах говорили на очередном заседании в столичной администрации. Проблемы с очередями в детские сады в регионе решится уже совсем скоро. Средства позволят создать в республике более 2000 новых мест для детей от 2 до 3 лет. Планируется построить 8 детских садов на 1680 мест. Все это позволит снять напряженность местами в детские сады, даст возможность молодым мамам раньше выйти на работу и избавит семьи от возможных материальных сложностей. В наибольшей степени готовности у нас проекты в районах «Новый город», «Радужный» и в поселке Сосновка. По остальным проектам работы продолжаются. Проектные работы планируем завершить в мае месяце. Кроме того, в 2018 году в городе Чебоксар в рамках реализации федеральной целевой программы жилища начнется строительство 2 новых дошкольных образовательных учреждений. Это детский сад в микрорайоне «Новый город» на 160 мест и детский сад в микрорайоне «Соляной» на 220 мест. Открытие ясельных групп – одна из задач, поставленная президентом страны. В России к 2020 году для малышей должны появиться больше 300 тысяч мест в детсадах. На сегодняшний момент только в столице республики в детских садах нуждаются 17,5 тысяч ребят. Из них 9 тысяч в возрасте от 1,5 до 3 лет. В настоящее время запущен онлайн-опрос родительской общественности в социальных сетях с целью изучения мнения родителей, с какого возраста они готовы направить детей в детские сады. В голосовании на сегодняшний момент приняло участие 817 человек, и опрос показывает, что родители не готовы отправлять детей в возрасте младше 1,5 лет. Но если родителями нужно будет работать, все-таки вопрос обозначен для создания мест детям в возрасте от 2 до 3 месяцев, да, чтобы вот такие возможности у нас тоже были. Это количество родителей может быть и небольшое, но тем не менее вы в своей работе, в своей программе учтите эти пожелания. Понял. Но в ближайшее время план утвердим и начнем работать. В многоквартирных домах города Чебоксары продолжается замена лифтов. Всего за последние 7 лет было заменено около 180 подъемников на общую сумму более 200 миллионов рублей. На 2018 год запланирован ремонт 3 лифтов в доме 18, корпус 2 по проспекту 9 пятилетки. Стоимость составляет 1,7 миллионов рублей. В настоящее время подрядчик определен. Завершение работы ожидаем до 15 мая. Максимальная стоимость замены одного лифта составит около 1,5 миллиона рублей. Сегодня в городе у 220 лифтов вышел срок эксплуатации. Им уже больше 35 лет. По словам директора управления жилищным фондом города, за ближайшие 3 года эти старые подъемники будут полностью обновлены. Рифат Фаткуллин, Дина Кустова, Игорь Зверев, Республика.